друзья, меня зовут Николай, и сегодня мы с вами посетим Симферопольское водохранилище. Посмотрим, сколько здесь добавилось воды за последний месяц. И для сравнения, я вам покажу кадры из старого видео, которое здесь было месяц назад, сколько здесь было воды. Конечно же, воды добавилось значительно. Ну, давайте перейдем к просмотру. И вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. Как всегда, начнем немного про Симферопольское водохранилище. Построено оно было в 1954 году. Общий объем Симферопольского водохранилища составляет 36 миллионов метров кубических. Симферопольское водохранилище снабжает водой Симферополь и некоторые населенные пункты Симферопольского района. Питается из реки Салгир. Максимальная глубина Симферопольского водохранилища достигает до 32 метров, ну а средняя глубина около 11 метров. Плотина Симферопольского водохранилища имеет высоту 40 метров, протяженность 554 метра при ширине 10 метров. На протяжении всего видео будут попадаться фрагменты, когда я был месяц назад, и в тот день как раз был снег, все было усыпано снегом, и они хорошо будут отличаться от сегодняшней съемки. Для сравнения, сколько в Симферопольское водохранилище набралось воды за месяц. А это, друзья, наш измерительный столб, по которому мы и измеряем обычно, сколько воды в Симферопольском водохранилище. Кстати, не буду оттягивать долго, потому что в Симферопольском водохранилище наполняемость составляет уже 56% от полного объема. И это около 20 миллионов метров кубических. Водохранилище на сбросном канале установлены шлюзы, и в случае необходимости, когда воды будет больше, их будут открывать и сбрасывать воду. Ну и как мы видим, в данный момент уже осталось совсем немного, и вода подойдет прямо к этим шлюзам. И как всегда хорошо видно по береговой линии, сколько еще осталось наполниться Симферопольскому водохранилищу. Когда вода подойдет уже к самим деревьям, тогда и будет обозначать, что оно уже полное до краев. И откуда же берется в Симферопольское водохранилище вода? Один из источников — это, конечно же, Аянское водохранилище. Из-за того, что оно в данный момент переполнено, там идет водосброс, и вся вода попадает в реку Салгир и в дальнейшем уже и в само Симферопольское водохранилище. Еще вот вам один источник — это река Кизил-Кабинка, на которой расположен прекрасный водопад Су-Учхан. Теперь немного красивых сосен, окружающих Симферопольское водохранилище, и мы с вами будем передвигаться уже в первое лозовое, чтобы посмотреть, насколько там уже поднялся уровень в Симферопольском водохранилище. Ну что, друзья, мы сейчас находимся в первом лозовом, и мы сейчас с вами увидим уже, что вода подступила прямо вот к этому мосту. Если ехать в сторону Алушты, многие его видели. Водичка уже подступила, значит, скоро уже начнет его затапливать. Вода прибывает очень быстро в Симферопольское водохранилище. В дальнейшем давайте сразу начнем, пролетимся и посмотрим, что здесь к чему. Ну и, конечно же, в дальнейшем мы еще попадем на русло реки Салгир и посмотрим, сколько все-таки прибывает воды в это водохранилище.
Симферопольское водохранилище часто можно встретить рыбаков, которые приезжают сюда, чтобы половить рыбу, но и, естественно, душевно отдохнуть. Конечно же, вы уже сами прекрасно видите, насколько больше стало воды в Симферопольском водохранилище. Я вам напомню, что вот эти вот снежные видео, это я снимал буквально месяц назад. И за месяц, насколько пополнился объем водохранилища. Конечно же, за месяц водохранилище пополнилось очень сильно. И оно набрало 56% от полного объема, а месяц назад оно было только 50, и эта разница в 4 миллиона метра кубических набралась воды. Площадь зеркала Симферопольского водохранилища 317 гектар. И мы сами прекрасно видим, что уже водохранилище растеклось аж до второго лозового. В этом году, благодаря тому, что погода позволила и выпало очень много снега, особенно много снега выпало в горах, теперь, конечно же, крымские водохранилища очень многие пополнились на хорошее количество запасов воды в Крыму. Мы, конечно же, не забываем о том, что в Крымских горах до сих пор лежит снег, но в данном случае нас интересует, конечно же, Долгоруковская Яйла и Четырдах, на котором сейчас лежит снег. Когда он растает, конечно же, Симферопольское водохранилище еще больше наполнится. Если посмотреть здесь по береговой линии, то можно подумать, что воды осталось совсем немного, чтобы набрать полное Симферопольское водохранилище. Но из-за того, что оно очень большое по объему, это будет набираться, конечно же, не так уж быстро, как хотелось бы. Что вот мы и приехали на реку Салгир для того, чтобы посмотреть, какой идет сейчас приток в Симферопольское водохранилище. Это мы сейчас находимся в третьем лозовом, друзья. Или, если быть точным, поселок Ферцманово. Поток очень сильный идет, и воды очень много прибывает. А еще сейчас потеплело, сейчас если в горах растает снег, тогда все будет вообще по красоте в Симферопольском водохранилище. Ну что, друзья, вот такая вот у нас обстановочка на Симферопольском водохранилище. Надеюсь, видео вам понравилось. Но об этом я могу узнать только из ваших комментариев, друзья. Ну, конечно же, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. И всем огромное спасибо за вашу поддержку, просмотры и комментарии. И до новых встреч в новых видео. Всем пока, друзья!